южных районах страны созрели хлеба. Хороший урожай пшеницы вырастили колхозники артели имени Ворошилова в Таджикистане. Механизаторы Дагана Киевской МТС, работающие на полях этого хозяйства, собирают по 120 пудов зерна с гектара. В сжатые сроки проводят уборку тракторист Наджмуддин Салиев и комбайнер Хамзат Джабаров. Механизаторы борются за экономию времени на каждом этапе уборки. Зерно нового урожая начало поступать на колхозные така.